Муж заподозрил, что его жена изменяет. Ну, какая-то она веселая стала, счастливая такая, жизнерадостная, улыбается, красится, прически делает, духами пользуется, явно изменяет. Ну, думает, надо это все дело проверить. Вот. Ну и говорит жене, уезжаю в долгую командировку, а сам, на самом деле, в соседнем доме напротив снимает квартиру, окна в окна, покупает бинокль, заседает там, берет с собой сигареты, немножко водки, немножко еды, но чтобы ничего не пропустить. И перебирается в соседний подъезд, когда наблюдает за женой, смотрит, она кому-то звонит, вот. Потом смотрит там через пару часов, подъезжает там крутое BMW, и там написано прямо на номере «Виталик». Он думает, сука, это явно к ней. Смотрит, заходит в их подъезд, поднимается на их этаж, звонит в дверь с цветами, заходит. Он такой, ну, блин, капец. Я такой, вниз или досмотреть, или, блин, пойти топор схватить его, зарубить всех, или досмотреть. Он думает, ну, надо уже поймать на горячем, чтобы уже, ну, был факт зафиксирован. Может, это доставщик цветов. Ну, кто его знает? Может, жена заказала себе цветы. Вот любит цветы и все. Ну, и смотрит дальше. Когда смотрит, цветы как-то вот, в общем-то, пошли в вазу, шампанское открывается, там конфеты едятся, но думает, все, надо бежать, хватать топор и убивать обоих. Потом думает, не-не-не, а вдруг ничего не будет, может, он какой-нибудь гей, но слишком красивый, да. Когда смотрит, там Виталик начинает снимать рубашку, у него там мышцы играют, кубики на животе пресса, весь такой лощеный, загоревший, думает, это капец, я его точно убью. И тут начинает раздеваться его жена. И понимает, так грудь обвисла, так бока жирные, так на ногах целлюлит. Сука, так перед Виталиком неудобно.